Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, и мы расскажем вам про развод Антона и Жени Гусевых. Бывшая участница Дома-2 Женя Феофилактова больше не стала скрывать, что у них в семье не все гладко. Она призналась в своем микроблоге, что разошлась с мужем Антоном Гусевым. Вот что Женя написала. «Мы уже давно не живем вместе с Антоном, мы расстались. Но мы вам этого не писали и не говорили, потому что хотели пережить этот нелегкий период спокойно, без злорадствующих комментариев и ненужных советов. Сейчас уже прошло достаточное количество времени, и мы решили больше вас не обманывать. Теперь у каждого из нас своя личная жизнь. Мы остались в прекрасных отношениях, достойно расстались. Это меня очень радует, ведь мы в первую очередь родители. Антон навещает Даниэльчика каждый день. Поэтому очень прошу вас, давайте без грязи, без ненужной лжи и ужасных бредовых сплетен. Просто так бывает». Подписчики Феофилактовой не могли поверить, что Женя действительно расстается с мужем. Женя и Антон жили вместе 4,5 года, и они считались идеальной парой. Им прекрасно удавалось совмещать работу и личную жизнь. Гусевы владеют магазином, в котором продается мужская и женская одежда. И всего лишь месяц назад, на дне рождения Жени, гости отмечали, что пара выглядит абсолютно счастливой. Антон тогда устроил для нее потрясающий праздник в одном из ресторанов столицы. В своем блоге он поздравлял ее такими словами: «Хочу видеть на твоем лице всегда только улыбку и слезы радости. Я всегда даю все, что могу, стараюсь угодить, даже если это не всегда получается. Все мы не идеальны, но главное – старание угодить». Это удивительно, но несмотря на разлад в семье, Женя и ее муж вместе посещали разные светские мероприятия и вели себя так, как будто у них ничего не случилось. Поклонников это насторожило, и многие обвинили пару в том, что их развод – это очередной пиар. Точно так же разводились в кавычках и Ксения Бородина, и Катя Жужа, и другие. Через 30 минут после Жени свой пост о расставании написал и Антон Гусев. Друзья, в красивой истории приходит тоже конец. Вот и в нашей истории он пришел. Мы давно и осознанно с Женей приняли решение расстаться. Сейчас пришло время сообщить об этом. Каждый из нас будет счастлив, но по раздельности. Я благодарен Жене за все, что было у нас за эти 4,5 года совместной жизни, и главное, за моего любимого сына. Мы расстаемся в дружеских и теплых отношениях, я всегда рядом с сыном. Жизнь продолжается, и нужно двигаться только вперед, с добрыми помыслами и намерениями. Вот некоторые комментарии подписчиков, которые уверены в том, что это пиар-ход. Странно, 2 недели назад сидела на Олимпе и орала: «А я с мужем, у нас с мужем, мы живем идеально, поучитесь, как строить отношения». Удивительно, она пишет, расстались уже давно, а у самой в архиве совместные фото в обнимку, сделанные неделю назад. Пиар, конечно. Подписчики нужны в Инстаграме, ведь это рекламные деньги. И лишь некоторые комментаторы уверены, что ребята действительно расстались. Нет, они уже 1,5 месяца как разъехались. Весной тоже разъезжались, но сошлись. Просто скрывали ото всех. Там давно проблемы в семье были, как только у Антона начались проблемы в бизнесе. Да и любви у них не было, они жили из-за сына. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.